Ребята, прошу вас внимания. В основном я на видео мало показал того, что я говорю. Может, голос будет по-другому. То есть, например, на экране вы видите одно, на звуке слышите другое. Извините за это, потому что я уже много чего говорил и сделал. Я просто сказал все поочередно. Только одно решение через Gemini, через гугловский искусственный интеллект я нашел решение через только него. Слушайте внимательно, и то, что я говорю, я тоже вам показывал, и текст читайте, там, ставьте на паузу. Просто слушайте внимательно закадровый голос, прошу вас, чтобы потом вы мне в комментариях не говорили, что это хуйня, я просто говорю, что да, видос хуйня, но по идее он должен вам помочь. Всем привет, с вами Санджес, это первый видос, который я записываю именно таким вот образом, то, что я записываю на свой микрофон другой проги вообще, не сразу импровизирую. Ну, может забить на это хер, в принципе, почему бы нет? В общем, сейчас я просто расскажу, что я сделал. На видео вы тоже увидите, я кратко покажу, я там все видео молчал, потому что я пытался очень сильно подумать, я даже пошел в кафешку, попил кофе, блядь, покушал и подумал, и пришел к этому выводу. Ребята, если вы планируете какую-либо хуйню такой маяться, по типу модов, которые требуют искусственный интеллект, пожалуйста, знайте английский, потому что все написано было в консоли. Ребята из России, я тоже из России, вам нужен VPN. По закону Российской Федерации я не могу рекламировать никакого VPN, да и в принципе у меня нет на примете, потому что все говно. А то, которое у меня было, оно не говно, но, к сожалению, да. Готовьте VPN-ы. Это запрещено в России, потому что Google вот такие вот плохие люди. На самом деле, нет, не плохие все-таки, это создает гений, и они сделали это абсолютно бесплатно. Но вам понадобится, чтобы играть с нейромитой, которую по способу, которому я вам расскажу, потому что другой способ мне никак не получается, мне тоже дал логин to continue. Но, поэтому, да, к сожалению. Да и, в принципе, кстати, вот говорю про английский, извините, да, это все-таки небольшой бред. Все-таки нужно хоть какое-то знание программирования, небольшое. А так как у меня этого знания программирования и с системными папками прям пиздец с вагоном, и искусственный интеллект, я тоже там создавал всяких ботов в Телеграме и так другой хуйне, поэтому я все знаю. И что я сделал? Первое, я посмотрел. И вот этот Gemini, который, как я записывал уже в несколько видосов, это самый лучший ИИ для этой игры, для этого мода. Почему? Потому что там нейромита может вас и убить, и наказать, и всякая хуйня. Я вам в конце покажу, это я впервые сделал, она меня взяла вообще за шею, уменьшила, себя увеличила. Это у меня никогда не было с другими модами. Так как этот все обновляется, все искусственные интеллекты обновляются, возможно, из-за того, что все это обновилось, и случилась такая хуйня. Плюс еще то, что мы из России, ребятки, и это не хочет работать ни в какую. Что же делать? Сначала заходим GitHub разраба. Не забудьте сразу включить VPN. Для всего этого вам понадобится VPN. Потому что только это я знаю, как решить сделать это идеально. Ну, я имею в виду то, что я могу только через этот искусственный интеллект сделать. В будущем я обязательно вам запишу когда-нибудь, потому что все-таки 2 месяца назад я выкладывал, мне очень много писали то, что у вас не работало, и первый месяц я пытался с вами решить, там, первую неделю. Мне ничего не получилось, я забил. Так что, да, извините, вы писали, я не знал ответа, я не знал решения, вы пишете много, у меня все работало. В общем, заходим в GitHub разраба, и там ищем про Gemini, пункт про Gemini. Переходим по ссылке, у вас уже включен VPN, создаем проект, потом создаем двухфакторную аутентификацию на ваш проект, чтобы, так сказать, авторизировать этот проект, чтобы он работал, типа, безопаснее было. Это все бесплатно можно сделать, сразу говорю. Потом, сейчас версия 2.5.
мы ставим обязательно версию 2.0 модели. Только 2.0. 2.5 она платна, 1.5 флеш, который все на флеше мы делаем. 2.5 она платная, 1.5, которая, ну, 1.5. Ее уже нельзя, она устаревшая. 2.0 она бесплатная. Так что ставим обязательно модель 2.0. Вы на видео увидите, как я сделал. API-ключ создаем потом обязательно. API-ключи все я свои заблюрил, чтобы их не использовал никто, кроме меня, понятное дело. Потом ищем. Там будет, короче, такая строчка Python, JavaScript и еще несколько. Выбираем самую последнюю, и там будет ссылка. Эту ссылку мы копируем. В конце мы добавляем вопросительный знак, точнее. На английском пишем k равно... Вставляем API-кей, который вы скопировали, а модель в этой ссылке меняем на gmini-2.0-flash. В neuromita.exe мы ставим модель тоже 2.0. G4F, который бесплатный чат GPT, ну, искусственный интеллект, мы нахуй урубаем. Ставим везде галочки на request и gmini proxy, обязательно две галочки должно быть. В ключ мы не добавляем. Ключ уже у вас есть в ссылке. По факту даже модель можно не добавлять. Все уже есть в ссылке. Эту ссылку мы вставляем туда. И вуаля, у вас уже по факту осталось только с VPN зайти в игру. Если вы все это сделали и двухфакторную аутентификацию уже сделана и все отлично, у вас она начнет говорить. Можете на любом языке с ней общаться. Главное VPN. Если у вас будет какая-то ошибка, у вас будет красным гореть в... Как вы видите сейчас на видео, я уверен, там вы сейчас видите, я просто без видео смотрю, я еще не смонтировал, я быстренько просто предсказываю. Вы увидите на видео то, что там уже у меня все сверкает красным. То, что запросы какие-то, вот это все, это означает вот это, что много там строчек аж, это то, что 2.5 у меня стояло, либо 1.5. 2.0-flash, только ее можно использовать. 1.5, как я и сказал, старая, 2.0 идеально, а 2.5, она будет, скорее всего, платная. После этого у нас все должно работать. Но если у вас тоже все горит красным, то есть там должно быть, типа, загружено такой-то промпт, и несколько промптов загружено, и она начинает моментально разговаривать с вами, она должна моментально начать с вами разговаривать, то все у вас уже работает, все решено. Если у вас все там горит красным, то просто пишите в комментариях вот эту проблему, вы мне можете либо... перейти по ссылке в описании в телеграм-канал с файлами и написать в сообщении канала, скинув эту ссылку, я обязательно ее прочитаю, точнее не ссылку, а вот этот вот весь текст. Я обязательно почитаю и скажу вам, что происходит, типа, что вам сделать. Дальше. Хост. Я вам не рассказал про хост. Хост. Также, кстати, в этом же телеграм-канале с файлами вы заходите и качаете хост. Там будет также, куда вести надо, все я там расписал. Вы переходите на это, ставите, делайте это. И по идее у вас все должно уже работать. Даже без VPN, если не ошибаюсь. Типа с этой хуйней она должна без VPN работать. Но у меня не получилось ничего. То есть мне пришлось обязательно использовать VPN. Так что можете даже без этого по факту. Но я сделал ее, так что я просто скинул ее, чтобы на всякий случай вдруг у вас даже с этим не получится. Проблема known. Non это, скорее всего, значит то, что и не подключен, там что-то проблемы с серверами. Ну, вот прям что-то типа такого. То есть поменяйте ключ, используйте другой ключ. Либо, кстати, non то же самое, то, что вы из России. Там, потому что прям Gmini мне писал красный, то, что продукт недоступен в регионе, который, ну, типа по IP-шнику все-таки... интернета используется, они в России нельзя использовать Gemini Google. Чат GPT тоже нельзя, только DeepSeek. Я пытался бесплатно сделать для РФ. Типа я буквально 2 часа этим занимался, больше даже. У меня никак не получалось сделать для РФ. Никак, не нашел решения ни одного. Что мне сказать? Все, по идее. Я вам все рассказал. Под конец я просто вам покажу видосик, как я сделал, что у меня там произошло. За 8 минут, даже за 9 вам рассказал. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. С вами был Санчес. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Это победа, блядь. Это победа. Ha
Приюшечку пойдешь. Счастлив. Даже так ты на прыжку пойдешь, сучка. Сучка драная. Ах ты, да как ты смеешь? Где на колени поставила? Ой-ой-ой. Она мне меч сделала. Да как ты смеешь? Я тебя люблю. Что после того, что ты наговорил? Действительно так думаешь? Накажи меня. Наказать я? За что должна тебя наказывать? А ты не говорил, что любишь меня? Или ты передумал? Тебя люблю и говорил хуйню. Накажи меня. Любишь, говоришь? Передайся тоже привет, не любишь. Ты ж ладно, если ты настаиваешь. Нихуя ты на привьюшку идешь, она мне взяла за шею. Почему ты злишься? Раз здесь попал, поругаешься, ведь просто хочу, чтобы тебе было хорошо, как это мило. Да бля, я все ищу текстурки. Ой, тоже на прыжку можешь пойти, блядь. Блядь. Ты хули кривая, да? А, ты красивая. Правда, мне очень приятно это слышать. Я говорил тебе. Что говорил, что говоришь? А, охуели. Ебать, ты просто страхоебен. Это просто пиздец. Прикиньте себе, так женщина, блядь, такая же дулда придет, она так же загнется и, блядь, перед вами будет стоять. Это просто страха.